Привет, друзья! Сегодня у нас очередной эфир с Джорджем Биром, русским медведем. Я сейчас нахожусь в одном из самых крупных торговых центров в Орландо. Напишите, слышно ли вам меня хорошо или нет. Я в наушниках. В принципе, должно быть слышно. Сейчас Джордж подключится. Начнем наш эфир. Мы не готовимся всегда специально, просто будем делать. Здорово, Джордж. Привет. О, меня слышно нормально? Да, слышно. Меня тоже хорошо слышно. У меня немного горло першит. Думал, не знаю, будет. Хорошо слышно, не очень. А я просто лежу, потому что сегодня была мощная тренировка, ага. И я просто без сил. Еще клиенты у меня были, я такой весь вымотанный. Ну это ж хорошо. Ну, да, это супер. А я иногда хожу, я же кардио не делаю, но я стараюсь ходить много, чтобы для позвоночника было полезно. Угу. Вот. А кардио вообще принципиально не делаешь, правильно? Не делаю его именно для того, для чего его делают большинство. Я делаю кардио как разминку, как заминку для тренировки. Но сами по себе пешие прогулки такие, они тоже, на мой взгляд, являются хорошей кардиоработой. Смотря как ты это будешь делать, да? Правильно выполнять. Согласен. Вот. Мы с женой стараемся каждый вечер где-то минут 30 перед сном. Я вот не очень люблю ходить, потому что сильно потею. Да, но ты знаешь, когда ходишь, это лучшая работа для поясничного отдела позвоночника. Подпитываются межпозвонковые диски. А я еще заметил, у меня забивается сильно поясница от пеших прогулок. У меня тоже. Это говорит о том, что все-таки у нас немножечко где-то дисбаланс между мышцами кора. Либо пресс преобладает, либо преобладает, поясница. У меня лордоз, сильный лордоз, вот это я знаю. Поэтому нам всем нужно и гулять, и экстензии делать, и гиперэкстензии. Слушай, а что ты думаешь? Правда, ты уставший сейчас, я тоже вчера после хоккея, и сегодня. Ну, я вот заметил, что, ну, это мы все знаем, да, что тренировки укрепляют здоровье, да, а смех продлевает жизнь. Что если, вот никто еще такого не делал, что-то придумать какой-нибудь типа стендапа, знаешь, на эту тему. Очень много, я уверен, у тебя в жизни встречалось там смешных ситуаций. Да и сейчас в тренажерном зале мы видим, да? Я, кстати, последний, ты знаешь этого, Валерона? Он же сейчас тоже в Штаты уехал, живет в Лос-Анджелесе. Я его последний пост прочитал, он тоже пишет о тренерах, вот которые... Он думал, что в Америке, как бы, ну, обстоят дела по-другому. Здесь в Америке, наверное, даже хуже обстоят дела, чем... в России, друзья. Поэтому... А с чем это связано? Связано это с тем, что очень много сейчас курсов, где учат вот таких псевдотренеров. Друзья, я не имею ничего как бы против курсов. Да, вы можете получать сертификаты, но все-таки лучше пойти учиться в университет. Слушай, да и у нас вот при зале... они курсы там кто-то, ну они как арендуют, да, и я просто краем уха иногда слушаю, что он говорит там своим, ну вот этим подопечным, и у меня иногда так, знаешь, хочется, ну я даже не вспомню, там, понимаешь, именно в общем, вот бицепс там он учит ее тренировать, он ее поставил стоя, наклонил чуть-чуть корпус вперед, и вот с ЕЗ-штангой бицепс, мол, вот в таком положении. Ну, как бы странно очень. Получается, у тебя в статическом напряжении поясница находится. Ну, как бы, ну, такие моменты тонкие, я не знаю. Мне кажется, это, ну, зачем? Если можно на лавке Скотта это же сделать, без разгрузив свою спину. Как ты относишься к тем, кто учит своих клиентов, что можно там накачать низ бицепса, там верх-низ широчайших, или среднюю часть грудных мышц? Лач, не, причина,
Я не знаю, сам я не заморачиваюсь такой фигней, потому что как можно отключить остальные пучки грудных и только середину включить? Ну, как бы... Как-то люди умеют. Как бы можно, да, но все равно же они будут участвовать, и верхние, и нижние. Ну, Егор, это странно. Конечно, растить будет все, мышца все равно сокращается вся целиком и полностью. Да, есть такое, что в зависимости от того, где мы применяем рычаги, да, под каким углом это все делаем, будет где-то больше происходить работы, но гипертрофия все равно будет по всей мышце, так устроена генетически, иначе были бы проблемы у человека. Конечно. Слушай, а что ты можешь сказать мне про про труды Абаджиева? Слушай, изучал ты его? Конечно, это я считаю, это один из прогрессивных самых тренеров, но thank you. Но не нужно забывать, друзья, что это все-таки исключительно для тяжелой атлетики. Понимаете? Угу. Ну ладно, еще пауэрлифтеры могут как-то это использовать для своих целей. И наверняка используют. Но для бодибилдинга в плане именно гипертрофии я не вижу применения. Другое дело, силовые. Да, когда мы тренируемся с тобой на силу, все-таки ну, любой человек должен включать периодизацию, правильно? Именно вот тогда и можно, и нужно наверняка это все применять, использовать. А Абаджиев шагнул вперед. Представь себе, 17 олимпийских чемпионов. 19. 52 чемпиона мира. 57. Я запомнил. Ну, да, я просто пост сделал вот недавно, и я там именно поразился этим цифрам. 57 и 19. Значит, да, никто больше не может таким похвастаться. И поймите, это но... было... Чем Абаджиев? Мне нравятся такие, как Абаджиев, как Майк Нэнсов. Люди не идут в ногу, как бы, да, с тем, что диктует современность. Да, потому что он взял за основу цирковых выступающих атлетов, которые по два раза в день выступали, да, на сцене, плюс еще тренировались. И ему стало интересно, как же это они вот, как они на сверх вот этих вот. А еще мне написал тот человек, он сам занимается тяжелой атлетикой, занимался. И он сказал про Абаджиева, что у него абсолютно все атлеты сидели на стероидах, на огромных дозах. И в итоге они все выбрасывались на помойку. Я не могу утверждать, я не знаю историю, как бы на самом деле, что стало с этими атлетами, но вот он утверждает, что вот так. Они все же ведь на максимуме постоянно работали. То есть Абаджиев же как говорил, вот если заяц убегает от волка, он же не бежит сначала медленно, потом быстрее, потом быстрее. Он сразу бежит быстро. И это была его как бы, ну, вот теория, что зачем подводки. Он сразу всех на максималке гнал, и по три раза в день, сколько там у него, два повторения, 10 минут отдых. Ну, я сегодня попробовал так тренировать бицепс. Я взял максимальный для себя вес, делал два повтора, ну, в таком, можно сказать, это была даже статика в полуамплитуде. И я по 10 минут отдыхал. И потом делал 5 минут тоже, как это, делал на пампинг, там, допустим, заднюю плиту делаю, пока отдыхаю. Да-да-да. А потом опять иду, да, два повторения делаю с максимально. Ну, ты знаешь, я не чувствую, что я высут как лимон. Я просто устал больше от того, что я потом клиентов тренировал. Ну, знаешь, как, что вот забывают все, самое главное здесь? Самое главное, что это были все люди, кто у него тренировался. Элита. Элита, то есть это не новичок, не среднячок и даже не опытный спортсмен. Ну да, понятное дело. Это, друзья, дело. Элита. И поэтому, когда мы говорим о чем-то, связанном с Абаджиевым, и, к примеру, обвиняем людей, что они применяли стероиды, друзья, весь мир в то время принимал стероиды, это было разрешено. Многие, Советский Союз вообще с медиками консультировался, все прописывалось медиками. Это сейчас стероиды сделали вне закона. Естественно, как бы. Знаете, даже уже гормон. Не знаю, молодцы. Единственное, что меня удивляет, Россия же как бы обычно копирует все с Америки, с Запада. А Россия пока еще продает гормон. Наверное, кто-то из правительства. Без маркеров? Ну, не, я имею в виду, что разрешен гормон. А, ну да, в аптеке вон джентропин подается. В Америке, потому что гормон разрешен только, если тебе доктор пропишет. Да, если ты болен СПИДом,
Но или там еще что-то. Что классно в Штатах, у меня очень много друзей, которые качаются, и они колятся. Ну и как назвать такого человека химиком? Ему выписывает этот доктор. У него низкий уровень тестостерона. Бесплатно. Америка бесплатно. Колят бесплатно. Шприцы бесплатно. Тестостерон. Круто. Да, и причем у нас во Флориде здесь, оказывается, есть очень крупная фабрика, компания, которая это производит. А ты знаешь историю вообще, к примеру, расскажу, как был запрещен эфедрин сначала и почему он? Не знаешь? Это не очень... помню, напомню. Я сам чистый эфедрин из Турции как-то вывез, 20 пачек. Эфедрин чистый, друзья, это что-то с чем-то. Я никогда... Да, поэтому супер. Я скажу сначала, что все жиросжигатели, которые вы сейчас платите сумасшедшие деньги за них, вы просто выкидываете деньги на ветер. Это термогеники. Как только эфедрин ушел из жиросжигателя, они перестали быть жиросжигателями. Слушайте историю. Это реальная история, это не выдумано. Вы можете это все сами почитать в американских источниках. В общем, вы все в курсе, что в Америке спорт – это огромный бизнес, и что так как развита индустрия спорта, здесь, наверное, даже индустрия шоу-бизнеса не развита. Команды, бейсбол, американский футбол. Так вот, парнишка, сейчас я точно вам не скажу, то ли из бейсбола, но, по-моему, из американского футбола. Он... загулял в межсезонье, как это говорится. А в отличие от российских клубов, я не знаю, здесь, чтобы... А, я помню эту историю, он помер же, по-моему. Ну, слушай, как это было. В общем, он подошел к сезону, ему остается две недели, реально две недели. Он видит, что у него там больше 10 килограмм лишних. И он начинает принимать экстренные меры. Во-первых, не допустят до игр, а это значит нарушение условий контракта, у тебя будут штрафы большие, не то, что зарплаты будут платить, тебе будут большие штрафы, ты будешь клубу оплачивать. И он начинает придумывать всякую хрень. Естественно, голодает, естественно, пытается находить какие-то способы и начинает пить эфедрин. Но вы должны понимать, что это лето, по-моему, это был июль, самый разгар. Человек одевает на себя 3 спортивных костюма, но под этим он весь обмотался в целлофановую пленку. Выходит на стадион в днем и в 40-градусную жару начинает бегать. То есть вы понимаете, да? Естественно, такой дебил, он помер. Но в принципе мне даже не жалко таких людей, потому что ну, они наоборот. Благодаря им мы знаем, да, что не нужно делать. То есть это все чушь. Во-первых, не забывайте, что когда вы обворачиваетесь в пленку или вот эти пояса используете, которые вам сейчас все фитоняшки рекламируют, вы просто потеете, но пот не выходит, а он обратно токсинами заходит к вам обратно под кожу. Во-первых, это могут быть серьезные инфекционные заболевания, это прыщи, акне, и это никак не сказывается на жиросжигании, никак, друзья. Так вот, человек помер. Естественно, стали в Америке, как всегда, производить расследование, что случилось, почему, искать причины. И какой-то журналист нашел, что человек принимал эфедрин. А журналисты – это же самые мерзкие твари на планете. И они, естественно, раздули из этого вот такой скандал. И Америка запрещает эфедрин. Но, друзья, американцы, они все-таки... А вдруг нас журналисты смотрят сейчас? Да их, ну пусть смотрят. Я правильно говорю, что журналисты это продажная тварь, как политика. Ну, как правило, да, они все коверкают. Естественно, есть там очень маленький процент, перед которыми я там извиняюсь. Но это настолько мелкий процент, что это как говорить, что адвокаты хорошие или там полиция. Политики, да. Не идут нормальные люди вот в такие профессии, понимаете? Это как говорить о том, что патологоанатом, ну, нормальный, с нормальной психикой человек. Вот это точно. Окей. И что происходит дальше? Естественно, запрещают эфедрин. Запрещают. Но Америка, они отличаются тем, что они все-таки включают мозги. И на уровне Сената люди, которые связаны с медициной, они объясняют. Выходят с письмами, с объяснениями. И Америка понимает, что причина смерти не эфедрин, а идиот, человек, дебил. Естественно, они снимают этот запрет. Единственное, что они делают, они запрещают на всякий случай, чтобы уберечься от таких дебилов, применение эфедрина без разрешения врача. Но, вы поймите, если вы пойдете
к доктору в Америке, он у вас увидит ожирение или что-то, он вам пропишет жиросжигатель, который, в котором есть эфедрин, и который вы получите в аптеке. Не где-то там в спортмагазине, а в аптеке. Вот такая история с эфедрином. И, извини, еще расскажу историю, как запрещены были стероиды, почему это произошло. Во-первых, вы все должны понимать и прекрасно знаете, что стероиды, ну, это работы, гормонозаместительная терапия. О, красавица с собой. Да, она всегда рядом. Самый преданный твой женский. Да, да. Самая верная девочка. Ну, и слушайте, об этом тоже, в принципе, говорили американские специалисты, кто в теме. Во-первых, выходит на рынок спортивное питание. А, естественно, спортивное питание, ну, это ни о чем. Это все равно, что вы кушаете, не кушаете, пьете витаминки обычные и ждете результата. То есть, понимаете, да? А ну, стероиды, кроме нескольких, там, ну, креатин. Ну, мы не будем говорить об этом, да. Да, в общем, если брать, к примеру, даже если в общем, брать, конечно, представь, развод, Джордж, если мы возьмем самый лучший результат от креатина и самый лучший результат там от любого стероида. Ну, понятно. Естественно, производители спортивного питания, видя, насколько это огромный бизнес, просто, вы не представляете, друзья, сколько на нас с вами делают бабла, они выходят к Сенату с обращением, что как так можно, люди принимают стероиды в спорте, везде от этого проблемы со здоровьем. И, естественно, начинается большая война против фармакологии, и она попадает под запрет. Ее приравнивают к наркотическим веществам, и шаг за шагом все вы дальше историю знаете. Но сейчас производители спортфитов попали под такую же, в общем, не рой яму другому, сам в нее попадешь. Сейчас фармакологические компании, к примеру, вы все видели уже 3 года, главный спонсор Олимпии, главный спонсор Арнольд Классик, это компания Midway. Ну, как вы думаете, что это за компания? Это самая крупная в мире, входит в десятку крупнейших фармакологических компаний мира. Фармакологические компании увидели, насколько огромный бизнес спортфит. И они вышли в Сенат с предложением, почему любой человек, вот Джордж и я, и любой из вас смотрящий, может в Америке в любой фирме заказать спортфит. Указать, что вы хотите, чтобы было в упаковке, и вам это все произведут. Чтобы вы понимали, вообще компаний, производящих спортфит, вернее, фирм, которые вам продают спортфит, их миллионы, да? Но завода всего 3. 3 завода. То есть, вы понимаете, идет сначала то линия... То есть, сырье берется с одного... Все одинаковое, просто разные наклейки, как в том анекдоте, ну, знаешь? Да, да. И следующим образом сейчас обстоят дела. Сейчас многие компании фармакологические уже отжали у многих ведущих брендов. Вот Twin Lab, помните компанию? Это была шикарная компания. Единственная компания, которая передавалась по наследству, то есть отец передавал сыну. Но сейчас все фармакологические компании отбирают бизнес у вот таких предпринимателей. И скоро увидите... На законодательном уровне будет запрещено производить спортфит частным лицам, если вы не являетесь, к примеру, фармакологическим каким-нибудь. Вот это да. Так что все в мире взаимосвязано. Кстати, по поводу туфты хотел тебе, пока не забыл. Мое большое разочарование, я подозревал, но изучив труды Антонова, именно то, что он сам изучал, да, он доказательную базу предоставил по поводу глюкозамина хондроитина, мое большое разочарование, так как я всегда искал добавки, которые призваны улучшить состояние моих там сухожилий, да, вот связочного аппарата, и я понял, что это полная туфта. Хочется сказать, верните мне бабки, потому что выпил я его немедленно. И что работает? Да, а что работает, да, это копеечный желатин, ну, коллаген, да, и копеечный желатин из магазина. И меня это удивило. И теперь я за час до тренировки, если в день этот есть тренировка, да, я пью пакет желатина, просто в стакане разбавляю и пью его. Несмотря на то, что какой-то врач тут мне заявил, что его надо варить, чтобы он усваивался. Ну, лучше всего делать, к примеру, делаешь компотик, да, заливаешь туда желатин в холодильник, и у тебя получается желе. Но если времени нет...
Нет, вот ты просто... заранее все сделал, у тебя в холодильнике, он же не портится. Ага, это ага, очень я понял. И не то, то есть ты имеешь в виду, его просто... Ага, не, я да, каждый день. А слушай, то есть ты имеешь в виду просто его в стакане с водой разбавить и поставить в холодильник, или как? Можешь так, не понял. Ну, смотри, если ты сделаешь себе компот, да, или купи сок, к примеру. Ага, да. Раствори его в соке хорошенько и поставь его по стаканчикам в холодильнике. И у тебя... А он так хорошо растворится, он такой, знаешь, как кристаллообразненький. Да, да, но ты нагрей воды. Воды нагрей, твори в теплой воде, потом залей в сок, перемешай. А потом залей. Все, ну попробуй. Да. Классная штука. Можно есть, ну, и нужно есть не только в дни тренировок, каждый день. Ну да, да, да. Я просто желатин покупаю, ну желе вот эти, знаешь, в магазине, но а вот самому, эти, наверное, лучше делать. Хондроитин, глюкозаин, они, во-первых, очень дорогие, да? Но, да. Правды ради, ну, так... нужно сказать, что нету и исследований, которые бы опровергали, что они работают. То есть люди сомневаются, но... Ну, они, есть... они у нас даже в России, вот российским вот этим вот, как он, забыл, короче, реестр, они зарегистрированы как препараты с недоказанной эффективностью. Да, да, да. То есть хотите пейте, хотите нет. Да. Но желатин действительно работает, потому что аминокислотный состав там совсем другой, и его нигде нет больше такого. Или я это извини, что прибываю. Знаешь, есть такой препарат дорогой, Мильгамма, очень популярный. Да, да. Я это там витамины группы Б, по-моему. Да. А я тоже не вижу смысла, потому что витамины группы Б многие между собой конкурируют. И смысл как бы ставить себе то, что, знаешь, как гормон роста, он, когда, почему он раньше делался только в сухом виде? Потому что в растворенном виде не было еще возможности создать такого, чтобы аминокислоты между собой не конкурировали. Так вот, лучше покупать отдельно B6, B12. Проставил, к примеру, 10 дней себе B6, да, уколами. Отдохнул там недельку, потом B12. Месяц отдыхаешь, повторяешь. Потому что многие витамины группы B между собой конкурируют. Грубо говоря, они превращают друг друга в водичку. Смысл как бы делать это? Ну да, когда у меня вот нерв защемило, я эту Мильгамму проставил, там еще что-то, ничего не помогало. Да. Мне тоже ее прописывали, там, я еще, значит, я сначала не знал, потом почитал, думаю, а смысл как бы мне это делать, когда здесь весь набор витаминов, которые между собой еще и борются. Да, непонятно. Слушай, а ты рекомендуешь, какие витамины ты рекомендовал бы делать именно инъекционно? Все, которые вы можете купить в уколах. Любой препарат, который вы вводите инъекционно, гораздо полезнее таблетки. Запомните, любая таблетка проходит через печень. Печень все равно будет отфильтровывать очень многое. Почему оральные стероиды вреднее стероидов, которые на уколах? Только потому, что оральный стероид, проходя через печень, он блокируется, печень его выводит, а вы должны понимать, что из орального стероида вы максимум, что получите, ну, процентов 25 действующего вещества. Все остальное будет печенью заблокировано. А вот на эту тему я как раз недавно смотрел стрим, не помню, там Антонова, по-моему, не было, но там был Грегор, еще кто-то, и вот этот тренер штангистов по тяжелой атлетике, не помню, как зовут. Алим? И там... Наверное, да. Вот они обычно там, да, вот очень много видео там я нашел их. И там интересная была тема, и они как раз говорили на то, что на тему такую, что вот таблетка, грубо говоря, метандросинолона, принятая там за час до тренировки, очень эффективно работает, именно идет в целевые мышцы. Ну, тоже да, не знаю. Но, не, это так и есть, смотри. Знаешь почему? Кусает мне ноги. Это очень быстро. Ага. Он за 12 часов полностью выводится из организма. Поэтому он и вредный. Все, что очень быстро выводится из организма, представляешь, на систему выведения какая нагрузка, на печень. А когда вы приняли, к примеру, тестостерон энантат, он у вас 3 месяца выводится из организма, как минимум. Конечно же, нагрузка совершенно меньше. Но вы можете делать другое, вы можете колоть за 2-3 часа тестостерон-пропионат. Это даже лучше будет, чем метан, потому что это тоже быстрый тестостерон. Понимаешь, да? И, но польза для организма, скажем так, она лучше, потому что не будет такой большой нагрузки на печень, как если вы принимаете что-то оральное. Многие принимают оральное, потому что боятся уколов.
И, кстати, так если всего одна таблетка, допустим, вот, она же не принесет столько вреда. Ну смотри, мы говорим сейчас как бы о людях, которые вообще в принципе ничего не знают, да, потому что те, кто в теме, они знают, что, когда и как они проходят обследование. Ну да. А когда человек, который просто вот качок где-то что-то услышал, происходит следующее. Когда я начинал тренироваться, я тогда свято верил, что я стану мистер Олимпия, не употребляя никакой фармакологии, я очень много пахал, постоянно был в перетренированности, но ребята рядом принимали фарму. И вот два наших друга, они были там чуть ли не братьями, работали вместе, качались мы все вместе, они стали принимать метан. Ну, не скрывали это. Одного парня из них просто разнесло невероятно, он стал прям огромным, сильным. А один парнишка даже не успел 10 таблеток, он съел 9 таблеток, и у него опустились обе почки. От 9 таблеток, понимаешь? И когда мы говорим для... Ну, это какая-то предрасположенность, видимо, конечно, у него плохая. Конечно, нельзя никому ничего... Конечно, да. Я вообще против, знаешь, в чем долбоебизм, вот серьезно. Когда молодежь начинает садиться на фармакологию, а к зрелому возрасту, наоборот, ее отменяет. Это полный идиотизм. Ты сначала гробишь свой, а потом, когда тебе нужно наоборот поднимать, ты отказываешься. Да-да-да. Кстати, мне ребята предупреждали, я вот общался с таким одним, Андрей Замятин, у него своя группа неплохая, интересная. Мне говорили, что он неадекватный, мы как-то что-то общались, вроде нормально все было. Пока он не показал действительно, что он быдло, вообще заблокировал меня в своих соцсетях и ВКонтакте заблокировал. А из-за чего? А из-за того, что я как бы не согласен с тем, что он как бы, чему он учит, о чем он говорит. Он очень много делает, и основной упор он делает на том, что вот качки умные, а все профессора, ну, из лаборатории Виктора Николаевича Сулянова тупые, потому что он утверждает там, не утверждает, естественно, мы знаем, что есть смещение акцентов, да, есть там какая-то изоляция, но говорить об этом для общего развития, для простого человека, который ходит в тренажерный зал, это бессмысленно. Будет сбивать только людей. И мы с ним как-то нормально это все обсуждали, как бы он со мной соглашался, там, ну, говорил, что я тупой, конечно. Но потом стал вообще оскорблять, когда я ему написал в ответ, что ну, ты ведешь себя как быдло, он меня просто заблокировал. Вот. Естественно, я приглашал его, и ребята приглашали его на стримы. Человек как бы отказывался. Хотя называет себя тоже учеником Силуяновой, и что он самый умный, а все остальные тупые ничего не понимают, что чему учил Силуянов. Ну, есть такие люди. Я очень сильно был удивлен, потому что, как бы, ну, мы с тобой тоже можем быть по многим вопросам не согласны, да, но я уважаю твое мнение, ты уважаешь мое мнение. А когда он начал, как бы, прямое оскорбление, меня... Я понял, да. Из-за этого еще обиделся. Он показал свою слабость. Из-за этого еще обиделся. Он слаб просто. Он написал, что все мои ученики растут, прогрессируют только потому, что на фармакологии. Вот это самый маразм. Все знают, что все мои ученики, все, не употребляют фармакологию. Я, наоборот, пропагандирую. Несмотря на то, что сам сейчас перешел на темную сторону, хотя я этого не скрываю. Но мне уже, друзья, 43 года, и как бы я стал гораздо себя лучше чувствовать. Я использую... Ну, слушай, кстати, по Силуянову, вот я то, что слушал недавно, он как раз говорит, как можно без стероидов, это как раз, если по бодибилдерски качаться, ну, грубо говоря, подход сделал, через полторы минуты следующий подход, то это как бы приведет к нехорошим последствиям, он так утверждал. Ну, именно проблемы с сердцем, вроде он так говорил. А вот если ты отдыхаешь до 10 минут... Но тут не каждый может позволить себе такой метод тренироваться. Извини, тут спрашивают, как фамилия, с кем у меня там ссора. Да там не ссора, друзья, там идиотизм со стороны этого человека. Я ни с кем не ссорюсь. Мы просто дискутировали. А фамилия его Замятин. А кто он такой вообще? Ну, я имею в виду, как чего он достиг? Он бывший бодибилдер там. Сейчас, конечно, судя по фотографии, просто кусок сала. Я не знаю, зачем нужно было как бы оскорблять, когда я ему указал на то, что зачем ты как бы, ну, ведешь себя как быдло там. А живет он в России? Да, он вот с России. Ну, там. Поэтому, понятно. Ну да, тут, к сожалению. Тут это нормально, это норма. А грубость и зависть и, я не знаю, как это еще назвать, тоже какая-то жестокость. Не буду врать, во мне тоже такое присутствует. Я часто кому-то завидую, там, где-то что-то. Но я не позволяю себе, зачем, как бы, человек... Прямые оскорбления. Не, если мы общаемся, это в любом случае это интересно нашим
подписчикам, нашим спорах зрителям. В спорах рождается истина. Конечно. Тем более дискуссия. Я и он согласны с тем, что практика всегда опережает теорию. И практика лучше, чем теория. Теория без практики – это гнилой труп. И, по-моему, и Силуянов тоже об этом говорил. Кстати, не знаю, как ты, я вот когда стал изучать, почему мне близок стал Силуянов? Я один из первых, кто вообще на YouTube стал говорить о том, что труды Силуянова работают именно для бодибилдинга. Я стал их применять на себе, хотя многие понимали. А я признаюсь, я очень скептически относился и даже так, знаешь, типа, что это за ерунда, это стати динамика этого. Угу. Я очень так, знаешь, а потом, когда я начал вдумчиво относиться к этому, прямо вот вдумчиво, я понял, что тут есть на самом деле. Ты у тебя большой стаж тренинга, помнишь, когда качаешь, к примеру, спину, там, грудные, да, тяжело, хорошо качаешь, тебя прет. Один-два подхода максимум рабочих делаешь, потом начинает падать работоспособность. Ты либо должен снизить вес, да, и смотри. А я стал об этом думать, как этого избежать. Я еще не знал Силуянова, ничего. И я стал где-то когда-то услышал, что Арнольд совмещал иногда спину с бицепсом и делал так. Один подход на спину, отдыхал, делал подход на грудь, потом опять возвращался к спине. И я еще лет 15 назад стал так тренироваться. И я заметил, что количество рабочих подходов у меня без потери работоспособности увеличились в два раза, как минимум. То есть я могу сейчас сделать с тем же рабочим весом, иногда, подходя к нему, возвращаясь, я даже больше делаю количество повторений, представляешь? А получается по Силуянову. Вот смотри, я сделал подход на спину, отдыхаю 2 минуты где-то, сделал подход на грудь, еще 2 минуты отдыхаю, минута на то, что там походил, веса поменял. Как раз получается снова 5 минут между... Да. Отдыхом. И вообще, попробуй, это настолько круто работает просто. Реально. Да, да, да. И ты не теряешь время. При этом. Интересно. А я всегда, кстати, ну, избегал этого, потому что я был приверженцем одна мышечная группа. Да, ну, да, типа, да. Вот если грудь, с ней трицепс там, ну, вот как-то так. То есть сначала грудь убил, потом трицепс убил, но полторы минуты отдых. Понял, понял. Но мы ноги, знаешь, кажется, что нас же как учат в бодибилдинге, что интенсивность и хорошо, когда ты, сохраняя объем тренинга, уменьшаешь время прохождения своей тренировки. Да? Но по Силуянову это получается, мы наоборот себе вредим. Да, да. Слушай, это мне вот... очень интересно, чтобы ты поделился. Меня часто сейчас спрашивают, и один человек уже несколько раз написал, поделиться мнением и посоветовать, как тренировать отстающие группы мышц. Особенно вот его интересует трицепс. Я так понял, у него сильно отстает трицепс. Расскажи, ты же как соревнующийся атлет наверняка сталкивался с проблемами и наверняка выделял какие-то группы мышц у себя. Это очень интересная тема, и люди ее не понимают. Ты знаешь, я тебе скажу откровенно такую вещь. Я вообще считаю, что в принципе я... как сказать, не одарен был для бодибилдинга никогда. И вот по правде, да, есть же так, вот уже сейчас могут тебе сказать, куда тебе идти, в какой спорт, да? Ну да. Ну, там мальчика взять, там 12 лет, вот Силуянов даже говорил, человек, допустим, любит как гонять на велосипеде, ну, участвует даже в соревнованиях, а ему по природе штангу надо поднимать. Ну. Да, да. И вот я считаю, что я больше, наверное, должен был в легкой атлетике быть. Потому что у меня очень большая выносливость именно в ногах. Я вот в детстве очень много там, ну, спринты, вот это все взрывная. А верх всегда был слабый очень у меня. И тем не менее, я пошел в бодибилдинг, сейчас я борюсь на руках, все. То есть упрямость именно в том, что вот... То есть многие люди не свой спорт выбирают, я вот что хотел сказать. И насчет рук у меня всегда была проблема, у меня очень длинные пучки, у меня никогда не было вот этого. У меня вот у брата родного, он на год меня старше, да, у него пики на бицепсах, как у Арнольда, прямо вот пики, а у меня колбасы, бицепсы, и вот что бы я ни делал, они никуда, никак не могут, ну вот, поменять свою форму. Вот, я к чему, что я пытался это делать, там, улучшать, типа, форму, она как бы, нет, Джордж, она улучшается. Не про форму, смысл, знаешь, отстает в массе именно просто. Но, знаешь, я хочу сказать, что мне руки Ларри Скотта, или вот как у тебя, длинные головки, мне предпочтительнее, чем пиковые бицепсы. Потому что, на мой взгляд, такой бицепс смотрится гораздо наполненнее. И когда он большой, он смотрится, когда большой, да. Он смотрится когда на массе, впечатляет. Когда на массе, да, это да. Нет, здесь вот... Ну, слушай, это 30 я понял, да. В росте. Не то, что он хочет изменить там форму, а он просто вот у него не прогрессирует. Есть такие-то идеи?
А что, какая идея? Тут просто нужно, как сказать, акцент делать на него больше, и все. Ну, я спрашиваю, а смотри, я вот как думаю, ты потом поправь меня, добавь со своего тренировочного именно практического опыта. Ведь мы не можем дать конкретно человеку конкретное указание, потому что мы, во-первых, не знаем. Вдруг человек, наоборот, перетренировывает. Ведь люди не учитывают, что трицепсы получают нагрузку во всех жимовых движениях. То есть, если вы качаете грудь, плечи, и... жим с груди. Нет, если мы качаем грудь отдельно, потом качаем плечи еще отдельно, а потом еще качаем отдельно руки, то в любом случае вы трицепс прокачиваете три раза в неделю, понимаете? Три раза. Да, да. А получается, что здесь нагрузка может быть наоборот чрезмерной. И здесь нужно смотреть. С бицепсом то же самое, друзья, только у бицепса он работает во всех тяговых движениях. То есть, когда вы качаете спину, или если делаете тяги на заднюю дельту, то здесь тоже работает бицепс. Но обычно... Помню Стюарта МакРоберта? Конечно. Что ты можешь сказать вот по этому человеку, ну, и его методике? По человеку не знаю, но, по крайней мере, я рекомендую людям почитать его книги, чтобы хотя бы начать... Я по ним даже занимался по ним. Вот. Многие люди получали эффект. Я просто именно, вот, знаешь, начал по вейдерской системе тренироваться и как-то вот, ну, загонялся, а потом как-то попалась мне супертренинг Майка Менснера и думаю. Это вообще супер книга просто. Да, и благодаря им, наверное, я все-таки там не перетренировался особо, потому что мне понравился вот этот вот подход там раз в 7 дней, грубо говоря, ну, то есть на компенсацию. Хотя Силуэн сказал, что никакой суперкомпенсации не существует. Не очень понял, что он имел в виду. Не, он чуть пояснял, потому что люди неправильно понимают эту суперкомпенсацию. Кстати, надо будет сделать со Стефаном об этом видео, чтобы было интересно. Суперкомпенсация, она есть. Просто так, как ее понимают люди, это неправильно. Кстати, по книгам. В свое время тоже, когда я прочитал труды Майка Менсера, это прям перевернуло мой взгляд. Особенно я, Дориан Ят на тот момент доминировал, да, на Олимпии. Но это был, наверное, самый такой рассвет моей силы. Я тогда очень хорошо спрогрессировал. Но я тогда занимался так примерно лет 6. И когда получилось, что я где-то года 2-3 отзанимался, я все-таки... А сколько тебе сейчас, сколько тебе лет, извини? 43. А, нормально. Мне 38 будет через пару недель. Я очень сильно загнал себя в перетренированность, прям реально, потому что каждый подход на каждой тренировке без периодизации я всегда херячил в отказ, но еще по Дориану Ятсу за отказ. То есть я доходил до отказа, потом, потом мне поднимали, я негативно еще и опускал сам, понимаешь? И это, это перло меня, пока молодой, ресурсов хватало. Но потом я уперся лбом и очень долго выходил из этого. Вот, кстати, давай еще чуть-чуть вернемся к парню, у которого проблемы вот с трицепсами. Что бы я рекомендовал? Сначала проанализируй свою тренировочную программу. Проанализируй ее не только на то, как она составлена, да? А вот Джош надо оставлять самое главное в бодибилдинге – это соотносить свою программу с вашими возможностями в питании и в отдыхе. Не наоборот. Мы обычно тренируемся, не отматывая назад. Дориан Ят об этом тоже очень часто говорил. Соотносите свои тренировки с вашими возможностями. Если вы, к примеру, работаете по ночам, когда не досыпаете, то вам нельзя так интенсивно тренироваться, тем более постоянно. Вы будете только наоборот откатывать, делать себе... Конечно. Это первое. Второе. Попробуйте отказаться от тренинга рук вообще, в принципе, хотя бы на 2 месяца. И тренируйте только базу. Посмотрите, как это скажется на общем состоянии ваших трицепсов. Ну и бицепсов, кстати, тоже. А затем, если вы увидите, что прогресс пошел, то значит вы перетренировываете ваши руки. Просто трицепсы перетренированы. Если нет прогресса, то делайте следующее. Уменьшите нагрузку при работе на грудные мышцы, либо находите движение, когда трицепс не работает, а делаете разводки. И то же самое для плеч.
откажитесь от жима на плечи. Плечи можно прокачивать без жимов, на самом деле, очень неплохо. И попробуйте, наоборот, усилить нагрузку на трицепс именно в... Я всегда плечи суперсетами делал. Махи, а потом пустой гриф вообще, то есть... И плечи просто бомбически раздувало. Никогда не жал огромные веса ни из-за головы, ни из груди. Там максимум, ну, килограмм, может, 100 было. Но я никогда не лез на веса. Ну да, но на веса никогда не лез, потому что это... Да, но это я просто думал, зачем? Как бы это как получается тяжелая атлетика. Ну, что она мне даст? Я именно пампил мышцу, закачивал ее максимально кровью. Не знаю, а меня перло. Все говорили, а ты что за... Ты тренировался, как вот показывает Брэнч Уоррен? Нет, я не знаю, я просто... Может, ну как бы нет, я видел, я же был в этом зале, в Метрофлексе. Я видел, как тренируется Джонни Джексон с их вот этим напарником, высокий такой. Но Брэнча не было... Да, Брэнча не было в тот день, они вдвоем тренировались. Абсолютно то же самое, что они делают на камеру. Я сначала думал, что это... Да, они отбивали вот эту штангу становую, у них там было 250, по-моему. Они ее просто от пола вот так вот, с такими рывками, я думал, они еще живут, живые. Как они выдерживают? Это чернокожие люди, все-таки это инопланетяне, да? Поразительно, да. Да, и он такой был, Джонни, уставший, ну, измотанный какой-то, немножко такой, ну, не прямо, не радостный такой. Как, знаешь, как пришел как будто на каторгу, но пахал как будто, блин, просто бульдозер. Не знаю, может, там какие-то свои были проблемы. Смотришь на них, конечно, понимаешь, что так нельзя, но сразу хочется поднять жопу и идти качаться. Да, я когда в этот зал пришел, конечно, зал такой, ну, ничего особенного на самом деле, там я, знаешь, ногу распорол себе, там так, ну, говорят, грязненько. Плохо слышно стало нас почему-то, ребят. Да? Реально плохо слышно всем, мы вроде ничего не меняли. Я ничего не трогал, да. Напишите, странно. До сих пор? Плохо, в смысле, тихо или тихо, что? Тихо пишут, да. Ты ничего не нажимал? Да нет, а что это нажимал? Не знаю, ну, в принципе, это громкость наушников у меня только. Ну да. Но, кстати, мне показалось, что действительно тише стало. Но я не подумал, что будет у людей тише от этого. Будем говорить погромче стараться, друзья. Я даже подвину поближе. А там у тебя свои вопросы какие-то? Да, да. Почитаем, может, какие-нибудь вопросы поотвечаем, если что-нибудь увидишь интересное. Тут Василий Волков есть с ним. Тоже ученик Силуянова. Василий Волков очень неглупый человек. Единственное, на мой взгляд, он особенно вот в интервью с Денисом Зиновьевым чуть-чуть как бы уклоняется, там пытается. А я не знаю, кто это. Ну это тоже, ну он не ученик Силуянова, вы должны понимать, это человек, который пытался очень сильно навязаться к нему ученики. Угу. Опять-таки, это я со слов людей, которые работали с Силуяновым. Пару раз он там, он даже записался, ну в общем, это как бы все слухи, смысла нет, но человек грамотный, просто нужно тоже немножечко фильтровать. Они сейчас же запускают это все как бизнес. Ну, человек, скажу так, неважно, что он ученик, не ученик Силуянова, вы слушайте, зная анатомию, физиологию, пробуйте, вы будете понимать, кто вам говорит правильные вещи. Ведь многие люди ошибаются, и я ошибаюсь, все ошибаются. А можно я задам тебе вопрос личный, ну, от себя? Конечно, конечно. Слушай, а кого ты считаешь сейчас, если ты следишь, конечно, в России прогрессивным бодибилдером? А, ну, вот кто? Тренующимся? Да, вот кто сейчас может из наших дать бой, скажем так? Ну, мне нравится Кулаев, я вот его видел, он у меня в зале тренировался, он реально такой целенаправленный человек, тем более он сейчас стал членом команды Oxy Gym в Кувейте. Да. Я думаю, я слышал, только там огромные такие дозы, я надеюсь, что он долго проживет. Я не знаю, это говорят, что это слухи. Говорят, что это... Не, ну я просто общаюсь с людьми, которые прям вот очень тесно потому с ним там. Говорят, они комбинируют как-то по-другому препараты, используют их. В тренинге там, в принципе, ничего нового. А именно в отношении фармакологии и питания там действительно как бы разные вещи. Вот. Мне Фатеев, если захочет, тоже может. Фатеев
ну, реально целенаправленный такой хороший. Ну, он какой-то волнообразный, знаешь, так, то у нас. С тобой, когда первый раз сейчас его нет. Ты меня спрашивал, да. Ты говорил как раз, что Фатеев, он тогда еще нет, и он потом выстрелил. Мне тогда... Я же, мы с тобой же его видели, это с тобой, или когда он был-то в этом, да, в Орландо же, да. Со мной, да. Ого, я же был у вас в зале тогда. Нормальный, очень умный парень. Потом, да. Ну, Федор... Ашот. Ашот вообще красавец, просто, Ашот красавец. Ашот и Наде, Дарья... Забыл как. А, Дамир, да, я понял, этот, понял, Дамир что? Или как его? Ну да. Да, да, да. Он это тут в зале возле меня работает. Вот эти ребята с сумасшедшей генетикой, Ашот вообще, мне кажется, может, если захочет, порвать мир бодибилдинга. Он красавец. Ему... И он тоже стал, кстати, два россиянина, Кулаев и Ашот, они сейчас члены подписали. Да, я знаю. Да. Красавцы. Я вот думаю, это сильно спрогрессирует. Главное, не... Главное, чтобы они не синтолились. Да, да. Мне очень нравился всегда... Как спортсмен и как человек, потому что очень грамотный парень Лисуков. Но я не знаю, почему они не делали, вот при его массе делать качество, мне кажется, он бы рвал бодибилдинг еще лет 5 назад. Это какое-то, мне кажется, личное уже где-то слабость, слабинка. Он как-то выставил форму более-менее, не помню, когда это был, какой год, и все. И больше никогда я не видел, чтобы он в форме был. Я думаю, что это какое-то свое личное. Вот. Опять, почему нельзя женщинам приседать в машине Смита? Друзья, я да вам... можно приседать, просто определенные нельзя движения делать. Это классический, да. Когда ноги да. под грифом, нельзя. Если вы выносите ноги вперед, можно, но это гад приседания. И в принципе... Но я не даю даже такой вариант, да, я как-то знаешь. Это самое в машине. Во-первых, почему нельзя делать классический присед девушкам? Это очень сильно влияет на репродуктивную систему. Очень плохо на мочеполовую систему влияет. А если ей пофигу? Это другой вопрос, нет. Почему? Если она Наташа Трухина. Нужно понимать. Наташа Трухина, я уверен, что она приседает как нормальный человек. Машина. Машина, ну да. Это, друзья, всегда будет хуже. Зачем вам приседать в машине? Вы вот просто попробуйте встать в классический присед в машину Смита. Вы не присядете технически грамотно. Это раз. Да, и даже я пробовал, у меня что-то вот дискомфорт не жуткий. Так, а не будет совпадать, потому что вы не можете конечно. Создать для себя удобную для вас биомеханику. Вы да, естественно. Вынуждены двигаться по амплитуде, навязываемой тренажером. А так как мышцы малого таза у девушек, они, ну, сами знаете, слабенькие очень. И когда вы их грузите еще неправильной амплитудой, возрастает давление в очень много раз. Угу. И с медицинской точки зрения, поймите, я не медик, я не могу вам объяснить. И я не настаиваю. И если кто-то хочет, пожалуйста, делайте, но... А ты знаешь, что нас часто обвиняют, мол, вот, вы утверждаете так вот настойчиво, мол, нельзя, а докажите, предъявите, как бы. Друзья, я не несу задачу кому-то что-то доказать. А они тогда говорят, зачем тогда вы это говорите, если не можете доказать? Я не собираюсь доказывать. Вы поймите, мы просто предупреждаем. Я тоже был такой же, я не знал. Но я, в принципе, никогда и не давал девочкам приставить в машине Смита. Зачем страдать херней? Это все равно, что можно заняться сексом с живым человеком или купить себе резинового партнера. Ну, понимаете, вроде одно и то же, да? Каждому свое, да. Но вживую-то лучше. То же самое штанга и машина Смита. Но самое главное, я когда еще в России жил, я понял, что нужно общаться с очень такими людьми, которые достигли чего-то в бодибилдинге. Мы пригласили Сергея Огородникова. На мой взгляд, один из шикарных лучших атлетов России. Он друг Дориана Ятса, и, кстати, Дориан Ятса о нем отзывался очень хорошо. Очень классически мощно был развит спортсмен. И мы его пригласили, он провел у нас два мастер-класса у нас в зале, еще Кедр тогда был жив, один из лучших залов, там, который я любил. И смысл в чем? У него жена медик. И, между прочим, как-то так, когда зашел разговор о тренинге, уже непосредственно он показывал что-то, он сказал, я первый раз услышал это от Сергея Огородникова, что нельзя девочкам, девушкам, женщинам приседать в машине Смита классически. И это ему сказала его жена медик. Естественно, она и медик вам это может объяснить как-то с более там, доказательной базы, да.
Но моя задача донести до вас как тренера информацию. Моя задача, как вот и Джорджа, хорошего, нормального инструктора, это не навредить. Мы не стараемся изобретать какие-то новые упражнения, какие-то херню придумывать, чтобы удержать вас в зале, поймите. Если вам каждую тренировку придумывают какую-то ерунду, там, жимы на голове, жимы на ушах, стойки там на яйца. Ну, видел, я тебе прислал тут вчера, по-моему. Это вот, ладно, не будем говорить это. Кто? Наша задача, друзья, дать вам пищу для ума. Если у вас хватает мозгов, чтобы задуматься, немножечко почитать, о женском здоровье, о женских индивидуальных особенностях таза. Вы сами дойдете до этого. Если же вы настаиваете, да пожалуйста, приседайте. Хоть вообще делайте приседания с колен, как делают многие идиоты. Зачем? Зачем? А, в Смите? Да. Это вообще бред полный. Понимаете, люди что только не делают. А зачем это делать? Мы не запрещаем. Вот, к примеру, зачем это? Зачем на колени вставать? Скажи мне, вот зачем? Или вот это, знаешь, упражнение, там все меня обвиняют, что я вот там, как я посмел, Денис Борисов, бог всея Руси, сказал, что гильотина — это лучшее упражнение для верха грудных мышц. Друзья, может быть, оно и лучшее, но вы с гарантией получите проблемы с плечевыми суставами. И постепенно. Не нужно мне писать вот в этом упражнении, что все зависит от веса, от техники. Да ни хрена. Есть упражнения, такие вот как гильотина, как приседания в машине Смита. Неважно, с каким весом вы работаете. Важно. А тяга на блоке хватом к себе, призванная развивать бицепсы, спину. Но оно было базовым у Майка Менснера, помнишь? Нет, вот он. Смотри. Люди тоже здесь путают, я об этом говорил, но люди не слышат почему-то. Я никогда не говорил, что тягу нельзя делать обратным хватом. Можно, и это одно из лучших упражнений. Я говорил о том, что нельзя разводить руки широко, потому что когда вы делаете узко, для вас, для плечевых суставов, это хорошо. Когда вы разводите руки широко, что происходит? Неудобная, не то что неудобная, это совершенно антибиомеханика получается для вашего плечевого сустава. Ганион давит на косточки, пережимается все, что возможно. А я даже никогда так и не пробовал, кстати, широко. Я всегда узко тянул. Это неудобно. Смотрите, друзья. Ну да, это странно. Смысл очень такой в тренинге. И Дориан об этом говорил. Делайте упражнения там, где вы можете проявить максимальную силу. Возьмите учебник по анатомии, физиологии, по биомеханике, и вы увидите, что максимальную силу широчайшие показывают при узком хвате любой тяги. Так а зачем изгаляться и делать вообще широкие? Во-первых, чем шире вы беретесь, тем больше вы будете поднимать локти в стороны, и нагрузка будет уходить на заднюю. А как же тяга широким хватом груди? Это или это другое? Я не делаю такое движение. Зачем? Нет. Конечно, я делаю по Дориану, узко ставлю, чаще обратным хватом. Наклон у меня минимальный, я тяну широчайше полностью. То есть широким хватом вообще не делаешь? Нет, вообще. А как же, подожди, а подтягивание широким хватом? Подтягивание тоже только на уровне плеч или, может быть, чуть-чуть шире. Смотри. Ага. А как же этот, а как же миф, что чем шире, тем шире спина будет? Так это же идиотизм. Чего? Смотри, может быть, вот давай возьмем просто вот это самое простое упражнение, которое мы можем на примере показать. Чем шире вы возьметесь на широчайшие, обычно нормальным хватом, то амплитуда сокращается, подтянуться становится на самом деле легче, потому что там вообще этой амплитуды нет. Можете. Ну это как тяга сумо, конечно, получается, ну та же история. Амплитуда когда меньше. Когда вы делаете подтягивание на хват у вас на ширине плеч, чуть шире, амплитуда получается очень большая, длинная, время под нагрузкой увеличивается. Здесь даже, по-моему, объяснять не нужно. Естественно, миф такой был, чем шире ты берешься, тем шире спина. Это неправда. Почему? Просто попытайтесь сами себе задать такой вопрос, когда в чем-то сомневаетесь. Почему? Что на это влияет? Время под нагрузкой меньше, амплитуда меньше. Почему тогда, какие факторы внутри мышцы мы механически создадим, чтобы там биохимия какая-то улучшилась? Вообще нету никакой связи. Наоборот, одни минусы. Что-нибудь интересные вопросы есть еще там, ты не видел? Так. Не вижу есть ничего пока. В Майами облавы на тех, кто продает стероиды. Друзья, здесь есть такое, но не облавы. Здесь только если ты там борщишь, к примеру, работаешь с
супер крупным дилером, тебя по-любому вычислят и посадят. А ну, со временем, да. Продают в аптеках свободно. Ну, это я знаю. Я там эфедрин купил в свое время. В 2006-2007. И вывез 20 пачек. Почему, к примеру, в Кувейте, да, все такие здоровые? Потому что там не запрещена фармакология. Да, секрет-то очень прост кувейтской школы. Знаешь, там все говорят, о, у них там что-то. Так что, они просто жрут, ну, принимают химию и спят. Ну, в смысле, ну, качаются, спят и, ну, то есть все. Ну, тот же Ашот говорит, что тренировки там такие же, как и везде, но конечно, именно подход, условия. Подход к фармакологии и к питанию там совершенно другой. Не знаю, нас сейчас слышно, нет? Так, здравствуйте, что слышно? Скажите, когда ролик выйдет по тренинге на аэробайке? А, друзья, это зависит не от меня, а от Стефана. Скоро выйдет, но мы 4 мая со Стефаном едем вообще в American Top Team. Стефан уже договорился, там будет 6 бойцов мирового уровня, будет создатель American Top Team, и я думаю, мы там прям снимем вам тренировку от профессионалов, как это все будет. И не переживайте, все будет, просто поймите, блогерство такое дело, как, ну, многое не от тебя зависит, особенно когда ты работаешь с такими людьми, а Стефан... Я и так ему благодарен, он все абсолютно бесплатно как бы для меня делает, для вас. И я подстраиваюсь под него. Когда у него есть время, он меня приглашает, я приезжаю к нему в институт или еще куда-нибудь, и мы снимаем ролики. А он учился у Силуянова, правильно я так понимаю? Да, 4 года. 4 года. Угу. Он даже у Матвеева, то есть он жил в Москве? Он даже Матвеева, да? Знал, учился с Матвеевым. Хотя Силуянов с Матвеевым немножечко как бы они там... Ну да. Но всегда почему-то... Меня, знаешь, что поражает, когда ученик, отношение ученик-учитель, когда учитель начинает, знаешь, консерватором быть хорошо в чем-то. Но когда ты не видишь откровенно, как можно было не увидеть, да, что Силуянов делает реально большой прорыв там, даже в научной сфере спорта. Ну, для меня это вот непонятно. Сколько у нас, интересно, времени осталось, а то у нас быстро пролетает час обычно. Не там знаю, не видно тебя. Ну, я думаю, что скоро уже, мы как раз где-то около часа, наверное, болтаем. Ну да, да, да. Надо какую-то еще вопросы какие-то. Друзья, смотрите, если вы хотите услышать какой-то вопрос, мы больше общаемся ради удовольствия с Джорджем, да. Чтобы было полезно. Вы пишите ко мне в Инстаграме, Джорджу в Инстаграм, в стационарных постах вопросы прям. Заглавливайте там вопрос для прямого эфира. И мы будем выбирать ваши вопросы. Ну, в принципе, будем на все отвечать, потому что как-то нам не сложно. Единственное, подписывайтесь на наши каналы, делайте репосты. Мы все-таки как бы стараемся для вас, а не просим ни денег, ничего. Так что помогайте. Лайки. Слушай, Егор, репосты. А ты вот сейчас же тренируешься сколько раз в неделю? Блин, не хочу отвечать на этот вопрос, потому что он не соотносится с тем, чему я учу, пропагандирую сейчас. Я же сейчас на темной стороне. Ну, я тоже на темной, да. Что? И я еще и в хоккей играю, поэтому я стараюсь тренироваться. Вот если я чувствую, что я отдохнувший, я тренируюсь. И поэтому у меня бывает иногда я 10 дней подряд тренируюсь там. А иногда бывает 2-3 дня потренируюсь. А ты тренируешься по вот как бы, ну, то есть 5 минут отдыхаешь? Нет, я имею в виду, вот ты сделал подход приседания, сколько ты отдыхаешь? Минут? Вообще, сколько мне нужно? Смотри, если это очень тяжелый подход, я могу и там и 15 минут ничего не делать. Но Ты сидишь, лежишь или ходишь? Не сижу, не лежу, ни в коем случае. Я стараюсь или стоять, или ходить. А как ты относишься к тому, что сделал подход приседания и пошел на велотренажере слегка крутить его? Прямо вот слегка-слегка. Очень круто, но я думаю, что еще лучше, если вы будете как раз-таки, вернемся к отстающим мышцам, вы отдохнули, к примеру, да, и пошли, сделали какой-нибудь легкий подходик на трицепс там или на дельты. Представляете, огромное количество тех гормонов, которые выброшено было от приседаний, оно все пойдет к вам в дельты там или в трицепс. И Сильянов говорил, что такой подход помогает быстрее мышцы восстанавливаться, потому что кровь будет быстрее вымывать вот эти продукты распада
из... То есть даже находясь на темной стороне, эта тема работает хорошо очень. Конечно, ведь смотри, если бы люди, находящиеся на темной стороне, тренировались бы вообще идеально грамотно, то они были бы еще больше. Да, да. Еще больше. Просто химия помогает, нивелирует, да, вот эти многие неправильные моменты, которые кто-то делает, там, перезакисление тоже. Ну а представьте, если тренироваться научно, еще и подпитываться извне фармакологии, это бомба. Такие бомба, люди, да. Кстати, Ронни Коллиман хороший пример. Он не знал ни Силуянова, никого, но Ронни пришел к тому. Ронни, я так понял, он был поклонником Дориана Ятса, но Ронни никогда не работал в отказ. Он доходил до отказа и останавливался. То есть посмотрите мое видео, потому что нужно понимать, есть три вида работы.